Два дня одна в лесу, без воды и еды в свои 75. Отыскавшаяся бабушка успокоила волонтеров, мол, списывать ее со счетов еще рано. Все-таки пожизненное. На какое смягчение наказания рассчитывал душегуб Олег Белов? Нелюбимая всеми пролетарка и неработающий светофор. Очередная авария на кольце. 900 тысяч за три лошади. Для чего нашему региону понадобились такие животные? Волк, тигр и кот. Какие они на самом деле выбираемые перед чемпионатом мира талисманы? О главных событиях этой пятницы я и мои коллеги расскажем вам прямо сейчас в эфире службы новостей «Город». Меня зовут Мария Зелинская. Здравствуйте. Итак, сегодня в интернете появилось видео, которое сняли волонтеры сразу же после спасения пожилой женщины. 75-летняя жительница Тарасихи Семеновского района ушла в лес и не вернулась. Поиски длились двое суток. Женщина все это время жила в лесу без воды, еды и связи. Отмечу, ночная температура сейчас уже нулевая. К счастью, пенсионерку нашли живой, невредимой и абсолютно невозмутимой. Нормально ходила. Ну, спали где? Ночевал-то где? В лесу? В лесу. Не холодно? Не промокло? Нет. Дождь был? Нет. Рассказывая о затянувшейся лесной прогулке, пенсионерка замечает, грибов в лесу мало, а ягод и вовсе нет. На поиски пропавшей женщины были отправлены несколько поисково-спасательных отрядов. Прочесывали окрестные леса и болота, найти пенсионерку удалось благодаря кинологам. Собака взяла след. Вскоре сотрудники полиции и волонтеры и вывели пенсионерку из леса. Как оказалось, бродя почаще, женщина вышла к какой-то деревне, вот только помощи просить не стала. А вы меня чего списываете? Я ведь... Мы не списываем. 35 лет с лесом сработал, так я не боюсь. По словам специалистов, больше всего шансов спасти пропавшего приходится на первые сутки. Эксперты приводят пугающую статистику. За один день в лесах Нижегородской области находят до 4 погибших грибников. В подобной ситуации могут оказаться и ваши родные. А ведь погода еще позволяет совершать лесные прогулки. Чаще всего пропадают люди пожилого возраста. Избежать такой ситуации помогут простые советы. А лучше одну не отпускать. Для одного. Чтобы были с собой всегда таблетки, телефон заряженный, чтобы на подкладке одежды был записан адрес, как зовут, телефон родственников. Постарайтесь чаще звонить своим пожилым родителям и родственникам, интересоваться, куда они пошли и когда планируют вернуться. Даже если пенсионер потеряется и не сможет выйти на связь, у полиции и волонтеров будет больше шансов его спасти. Мы продолжаем. Число погибших в ДТП на дорогах региона сократилось на 12,5%. В регионе подвели итоги работы по обеспечению безопасности дорожного движения за 9 месяцев текущего года. Таких успехов удалось достичь благодаря реализации комплекса профилактических мероприятий. За 9 месяцев этого года на территории нашей области продолжилось снижение основных показателей аварийности на дорогу. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число ДТП сократилось чуть больше, чем на 5%, а число погибших на 12,5%. Эксперты отметили, что снижению аварийности способствовали и профилактические мероприятия ГИБДД, и продуманная дорожная политика, проводимая правительством Нижегородской области. Установка разделительных барьеров и ограждений, светофорных объектов и остановочных павильонов, обновление разметки и дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов. С 2014 года это устойчивость, тенденция к снижению как всего блока, снижение дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых, так и по вине отрезок водителей. Положительную тенденцию в вопросе аварийности отметил и губернатор нашего региона. Он также заметил, что работать над снижением аварий нужно еще с автошколы. Комплекс мер разный. Я думаю, что и у нас нужно думать над тем, как повлиять не только материально, но и морально. Надо создавать какой-то такой климат, что водить автомобиль, нарушая правила дорожного движения, это не модно. И совсем так человек, который это делает, он в нашем обществе не будет пользоваться никаким авторитетом. Порадовались такой ситуации те, кто ходит пешком. Горожане сами отмечают, что многое в обеспечении безопасности дорожного движения зависит от самих нижегородцев.
Мы продолжаем приговор о пожизненном заключении убившего всю семью нижегородца Олега Белова. Сегодня вступил в силу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Напомню, мужчину признали виновным в убийстве 6 своих детей, беременной жены и матери. Сейчас Олег Белов отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима. Подробности знает Антон Галеев. Антон, тебе слово. Маша, сейчас Белов наблюдается у врача-психиатра, а также по решению суда он обязан выплатить 5 миллионов рублей своей теще за причиненные моральные страдания. Спонсор рубрики «Короткой строкой» – компания «Левша». Ремонт любой сложности. Между тем, согласно сообщению Генпрокуратуры, Белов и его адвокат не согласились с вынесенным решением и обжаловали его вышестоящей инстанции. Но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда согласилась с позицией представителя Генеральной прокуратуры и оставила приговор без изменений. Глава городской администрации Сергей Белов лично проинспектировал отремонтированные дороги. По информации Департамента благоустройства и дорожного хозяйства, на сегодняшний день общий объем работ завершен на 90%. При этом полностью отремонтированы 11 участков из 24 запланированных. На 9 объектах рабочие занимаются ремонтом тротуаров, обустраивают места, где проезжая часть пересекается с рельсами. Если погода не внесет коррективы в виде дождя или снега, то работа на площади Горького и Большой Покровской закончится на этой неделе, и рабочие покинут эти объекты в понедельник. Детские и молодежные технопарки появятся в регионе. Площадки, где ребята будут работать над собственными проектами параллельно с обучением в школе, станут частью новой системы профориентации, которую поручил разработать Валерий Шанцев. Эксперты из других регионов признали, что программа создания ресурсных центров вывела Нижегородскую область в число регионов-лидеров в России по уровню развития профессионального образования. В области удалось выстроить систему профобразования, нацеленную на реальные потребности работодателей. По мнению федеральных экспертов, именно это стало решающим аргументом в пользу размещения в Нижегородской области таких крупных производств, как завод 70-летия Победы, где создано 3000 рабочих мест. На сегодня это были все новости рубрики «Короткой строкой». Не переключайтесь. Ну а теперь к другим темам. Осуществить свою мечту и попасть на голубой экран хотят многие. Кто-то долго и упорно изучает искусство журналистики в университете, ну а кто-то идет путем практики, достигает высот и набивает первые шишки на личном опыте. Из-за станка, со студенческой скамьи или даже из кресла директора прямо в новостную студию. Школа телеведущих Первого городского телеканала вновь открывает свои двери. В эфире службы новостей «Город». Меня зовут Павел Пресняков. Здравствуйте. На нижегородскую землю идет большой футбол. 2018 год станет для нашего города особенным. 60 тысяч болельщиков со всего мира приедут к нам насладиться самой популярной игрой всех времен и народов. События такого уровня требуют уникальной подготовки. Что уже сделано и какие планы у организаторов Мундиаля в следующем сюжете? Оказаться в этом кресле и произнести заветные слова в эфире службы новостей «Город» мечтают все, кто учится или будет учиться в школе телеведущих. Но прежде чем мечта станет реальностью, предстоит пройти долгую и непростую дорогу от простого корреспондента до ведущего. Я вообще, конечно, очень рада, что я попала наконец в телевизор внутри, так сказать, и что я уже могу сама на все это посмотреть, как все работает, как все это здорово, и как мне этого хотелось. А увидеть все это вживую, конечно, это гораздо более интереснее и гораздо более увлекательнее. К тому же мы были здесь всей группой, что, в принципе, добавляло нам какого-то задора и интереса. Минимум теории, максимум практики. Стать телеведущим, сидя за партой, невозможно. Только пробы перед безжалостным критиком, камерой помогут достичь желаемой цели. Преподаватели курса, сотрудники канала. С особенностями телекухни учеников школы знакомят журналисты, операторы и, конечно, телеведущие. Как держаться перед камерой, на каком языке и с какой интонацией разговаривать с телезрителями, как снять хороший сюжет или же как организовать собственный проект. На все эти вопросы мы в течение полутора месяцев будем отвечать с будущими телезвездами. У вас тоже есть такая возможность – успейте попасть в новый набор школы телеведущих. Звони по номеру 291-31-37, и, возможно, именно ты станешь частью команды Первого городского телеканала. Ну и далее информация от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго. И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Нелюбимая всеми пролетарка и неработающий светофор. Очередная авария на кольце. 900 тысяч за 3 лошади. Для чего нашему региону понадобились такие животные? Волк, тигр и кот. Какие они на самом деле выбираемые перед чемпионатом мира талисманы? –
В эфире службы новостей города мы продолжаем. 20 лет колонии грозит нижегородке, подозреваемой в зверском убийстве своего новорожденного ребенка. По версии следствия, 8 сентября прошлого года на улице Минеева 21-летняя подозреваемая в квартире родила мальчика. Сразу же после родов так называемая мать попыталась задушить младенца, а затем нанесла малышу 6 ножевых ранений по шее. После этого она завернула тело своего сына в одеяло, вынесла на улицу и оставила на площадке для сбора мусора. За подобное преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. Криминальную хронику в нашем эфире продолжит рубрика «Место происшествия». Привычный желтый свет неработающих светофоров и нелюбимая всеми водителями пролетарка. При прохождении круга не разъехался «Мерседес» и внедорожник. Оба собирались повернуть, но не рассчитали ни свою скорость, ни дистанцию для безопасного маневра. Удар в бок, и вот уже внедорожник уходит в неуправляемый занос. Мужчине только чудом удалось выровнять машину, никто не пострадал. Вот такой случай зафиксировал видеорегистратор на улице Монастырка. Не справился с управлением и каким-то образом влетел между забором завода и столбом. От такого столкновения вся передняя часть машины оказалась смята. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Есть пострадавшие. Страшное по своей сути преступление. Нижегородец убил свою родственницу, а потом поджег помещение вместе с телом. Квартира, в которой все и произошло, расположена на 7-м этаже 9-этажного дома. Она была закрыта изнутри. Очаг возгорания располагался предварительно в коридоре квартиры в непосредственной близости от тела погибшей. На балконе был мужчина, брат погибшей, который находился в неадекватном состоянии. На машине скорой помощи он был доставлен в городскую психиатрическую больницу. Известно, что мужчина состоит на учете у психиатра, ведется расследование. Ну а теперь к другим темам. На обновление нижегородского метрополитена выделят почти 4 миллиона рублей. Торги по определению исполнителя ремонтных работ пройдут уже 1 ноября. Об этой и других финансовых новостях расскажем далее. Спонсор показа «Финансовые новости» – кредитный потребительский кооператив «Центральный сберегательный». Планируется провести ремонт турникетов и рамок безопасности на всех станциях метро. Кроме того, будут заменены контроллеры, обеспечивающие работу турникетов и считыватели транспортных карт. Комнаты охраны оснастят электронными замками и системами оповещения, обновления, необходимые соображения безопасности. Средняя зарплата в Нижегородской области составила 27 163 рубля. Это почти на 11% выше, чем в прошлом году. Наиболее высокие зарплаты получают специалисты в отрасли финансовой деятельности, производства электрооборудования и химического производства. Меньше всего нижегородцы зарабатывают в сфере обслуживания на кожаном и обувном производстве и в отрасли рыболовства. Нижегородское министерство инвестиций получило 900 тысяч рублей на закупку 3 лошадей. Средства выделены из областного бюджета. Лошади будут работать в кавалерийском взводе полка ППС. Кандидаты пройдут строгий отбор. Необходимо, чтобы лошади были спокойными и добронравными, не старше 8 лет и высотой не менее 160 сантиметров. По данным Центробанка, курс доллара США на выходные составляет 62 рубля 45 копеек, евро 68 рублей 3 копейки, цена за баррель нефти марки Brent 51 доллар 74 цента. В ночь с пятницы на субботу вся страна выбирает официальный талисман чемпионата мира по футболу. На это почетное звание стать самым узнаваемым символом претендуют 3 героя – напористый волк, ловкий кот и сильный тигр. В создании образов принимали участие и нижегородцы. Накануне объявления результатов мы решили навестить кандидатов. Профессиональную характеристику подготовила Екатерина Вологина. Чайте волка! Он мал. Да удал. Нет никого быстрее. Напористее. И проворнее волка с мячом. Этот игрок в красных шортах и белой футболке – один из претендентов на почетное звание талисмана Мундиаля 2018 года. Если бы волки были людьми, то футбол для них был бы самой подходящей игрой. Командный спорт для тех, кто живет в стае. В нижегородском зоопарке Лимпопо можно наблюдать за парой волков – Блэком и Беллой. Даже в вольере они демонстрируют свою энергию. Эти выносливые животные просто не могут усидеть на месте. Голова с вожак у них стая. Вот они все слушают. Их охотятся тоже стаями все. Скорость у них небольшая, но они долгое время могут бежать, несколько часов.
Он видит камеру и тут же начинает красоваться перед ней. Это не просто позерство. Тигра, как вариант футбольного талисмана, болельщики предложили за его силу и грацию. В видеопрезентации тигр демонстрирует виртуозное владение мячом. Такая игрушка очень нравится и нижегородской паре, и Миру, и Амуре. Они точно знают, когда лучше притаиться, а в какое время атаковать. Мы мячики кидаем в бассейн, они играются. Ну, конечно, недолго, сразу они прогрызают, но играют, интересно им. И тут у нас там помост, если высоко могут залезть, запрыгнуть, бегают. Однако тигр не единственный представитель семейства кошачьих. Символом футбола может стать даже кот. И если он спит, это не значит, что усатый ни на что не способен. В нашем представлении кошки – прекрасные домашние животные. Однако даже самый заядлый домосед тоже может быть отличным спортсменом. Дело в том, что любую игру кошки воспринимают как охоту. Поэтому даже в погоне за мячом демонстрируют зоркость, быструю реакцию и, конечно же, ловкость. Все эти качества не помешали бы и нашим футболистам. Причем поведение кошек можно копировать не только во время матча, но и задолго до него, особенно если противник известен. Она может также концентрироваться. Наверное, многие люди видели, как кошки сидят в засаде за голубями, что они могут сидеть там за птицами, выжидать по несколько минут, по там, 15-20, полчаса, чтобы потом сконцентрироваться и напасть. Соответственно, они также рассчитывают траекторию своих прыжков. Ловкий кот, напористый волк или сильный тигр? Кто из этих трех персонажей станет символом чемпионата мира по футболу в России, мы узнаем уже в субботу. Напомню, что изначально над образами работала вся страна. В том числе и нижегородцам предлагали выбрать не только персонажа, его форму и спортивные атрибуты, но и как раз те личные качества, которые должны быть у игроков-победителей. Новый герой станет самым главным украшением турниров и сувенирной продукции. Екатерина Вологина, Алексей Корякин, служба новостей «Город». Нижегородцы на магическом фестивале признали лучшим в номинации «Ментальная магия». Далее наш эфир продолжит рубрика «Социальные сети». Спонсор рубрики «Социальные сети» – магазин нижнего белья «Анебра». Я выбираю «Анебра». «Анебра» – здесь каждая найдет для себя что-нибудь по вкусу. Приходите, Белинского, 83. Искусство барменов на грани с акробатикой. Это возможно. Оказывается, придя в клуб, можно не только потанцевать, но и увидеть такое необычное представление. Значение имеет не только вкус напитка, но и его оригинальная подача. Подготовка к чемпионату мира по футболу идет полным ходом. Развивается инфраструктура, строится стадион, подбираются квалифицированные кадры. Тем не менее, к главному спортивному событию готовятся не только люди, но и, например, лошади. Вот так проходит тренировка конной полиции, которая будет следить за порядком во время соревнований. Ловкость рук и никакого мошенничества. Нижегородский иллюзионист Илья Яничев произвел сильное впечатление на жюри фестиваля Russian Magic Convention, который проходил в Москве. Он стал единственным призером в номинации «Ментальная магия». После увиденного действительно веришь в волшебство. Вот такие необычные грибы обнаружили в лесах Нижегородской области. С чем связаны такие мутации, неизвестно. В интернете шутят, у грибов все как у людей. Родители позволяют детям садиться на голову. А кто-то даже предложил зарегистрировать новый вид – гриб двухъярусный. Ну и далее наш эфир продолжит рубрика «Ваши хорошие новости». В ней за интересные истории нижегородцы получают от нашей съемочной группы подарки. Сертификаты на посещение парка безумных развлечений «Арли Парк». Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» – парк безумных развлечений «Арли Парк». У сына юбилей был, да, на днях, 30 лет. Отдыхать ездила. Дельфины, море, природа. Внук сказал первое слово «папа». Новость. 5 имею ребятишек. Дети все радуют меня, учатся хорошо, во всем помогают. Ждем квартиру. Вот если уже жилье будет, вообще будет большая радость у нас. Вот, у меня подруга вчера родила двух очаровательных девочек. За вашу хорошую новость мы вручаем вам сертификат на посещение парка безумных развлечений «Арли Парк».
Ну и в конце выпуска о погоде Юлия Карабасова расскажет, какой прогноз нас с вами ожидает завтра. Юлия, тебе слово. В народе считали, если 22 октября крот выбрасывает наружу свежую землю, то ждать потепления. Днем в субботу будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 3 градусов выше 0. Вечером будет ясная и холодная погода. Столбик термометра переползет на минус. И на этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам отличных выходных, только хороших новостей и до встречи в городе.